Я вижу, зрителям очень понравился наш Курамагомед. А на сцену выходит, значит, наш всеми любимый. Почему только Курачи? У нас их много. Заслуженный артист Республики Дагестан Гаджали Гаджалиев. Шанти в тону, тіні мед в хорченгу, віщал каву саханта, тішіща колкабанна, хела лору диву мусіл буса, вирулім бо хорченгу. Хелурди в мусіл буса, хирей, вирулім бо хорченгу. Азали карам кокунома, чучуния ишкилолум. Царал азер хихуном, вил ишки камаритан. Царал азер хихуном, хирей, вил ишки камаритан. Чаврили бившу саму гору, лихем буван шейсарів, так ніні лавса інсанго, а і там бір кейсарів. Бору кінтарав ката, кара язід навхонунав. Так ніні калав саташу, душманав душнині хонунав. Так ніні калав саташу, хірей, душманав душнині хонунав. Заслуженный артист России Тагир Курачев. Я приветствую всех гостей и других дагестанцев, которые пришли сегодня на этот прекрасный праздник песни. Пусть наши горы всегда в песнях и в чистом небе будут. Oh, don't worry.
конкурс народной песни достиг кульминации, когда в лидеры вышли сразу три исполнителя. Их вновь пригласили на сцену, но уже по другим правилам. Мы устроим соревнования между людьми, которые набрали самые высокие баллы, без микрофона. Только при этом я прошу не шуметь, слушать. Вы горы, они певцы. Я чистой совестью, чистым чувством и Родины, и председатель оргкомитета принимаю следующее решение. Гран-при разделяется между Хаджиалиевым и Курачевым Тагиром. Второе место завоевали Салимат Шахмандарова и Курамагомед Бегачев. Третье место жюри присудило Абрекзауру Абакарову и Алибеку Долгатову. Я думаю, что все, что на сцене происходило, для меня это праздник в этих горах. И я думаю, что самое главное, что человек, несмотря ни на какие регалии и прочее, должен участвовать в таких мероприятиях и радовать наш народ. То, что в этом году здесь принимают участие не только лакские исполнители, но и исполнители на других языках народа Дагестана. Как вы расцениваете это? Я думаю, что к этому и должны были они прийти. Почему? Потому что отдельно по себе народ, один народ в Дагестане, он очень мал и слаб, а вот вместе мы большая сила. И вот они пришли к этому, и я думаю, что вот такой ажиотаж, такое украшение именно сделало то, что здесь участвуют представители всех других народов Дагестана. А вы ожидали, что вы сегодня победите? Ну, вы знаете, я, честно говоря, когда до меня я слушал, конечно, был уверен, честно говоря. Но Курачев, сами знаете, это вообще-то педагог, профессор, лично мой друг. Конечно, мне хотелось, чтобы первое место, если вы слышали, я на родном языке говорил, чтобы не мне, а вот Курачеву, чтобы дали первое место. Ну. А как вы думаете, то, что в этом фестивале участвуют не только лаксы, а исполнители в других языках народа Дагестана? Лаксам дают какую-то вот ответственность перед, выйти перед народом, вообще выйти на сцену. Я, честно говоря, немножко откровенно скажу, волновался. Честно. Они вам составили очень серьезную конкуренцию, я думаю. Точно, так точно, так точно. Еще раз поздравляю, успехов вам дальнейших.
Я очень рада, я горжусь, что я попала в этот фестиваль. Я постараюсь в следующем году еще лучше подготовиться, приехать. Вы считаете нормальным, что в одной категории соревнуются и профессионалы, и любители? Нет, это неправильно, несправедливо. О, не только я, очень многие там возмущались. Девочки молодые говорили, как мы можем с вами, говорит профессионалка, и Курачев говорит, как мы можем петь, вчера на сцену вышли. Это я не считаю справедливо. Может быть, есть смысл обратиться к руководителям, организаторам фестиваля и посоветовать, дать какие-то советы свои? Конечно, сейчас современная молодежь старинные лирические такие песни не поют. Им очень тяжело и трудно. Ну, мне легче, конечно, чем этим молодым петь, я уже знаю. Ну, со мной одинаково, чтобы им их оценить, это несправедливо. Ну, а во всем остальном вам понравилось, я понимаю? Ну, все остальное нормально, все хорошо. География гостей нынешнего 4-го фестиваля заметно расширилась. В их числе инженер-электронщик Евгений Красильников, приехавший из города Королёва Московской области. О фестивале узнал по интернету еще 2 года назад. Говорит, что здесь, в Хайхи, он приобрел не только новых друзей, но открыл для себя много нового относительно национальных традиций и культуры горцев. Ивона и Каролина приехали в Хайхи из Варшавы не в первый раз. Для них стала традицией приезжать на фестиваль Шануда. На этот раз Ивона приехала с мужем Себастьяном и дочкой Леной. Мы переоделись чуть-чуть так по-деревенски, а оказывается, что люди тут все вообще нормально одеты. Как-то мы так смеялись над собой. Ну скажите, какие у вас впечатления от прошлого фестиваля? Прошлого и нынешнего фестиваля остались? Очень хорошие, хорошая музыка. Танцы, выступления. Мы были в шоке последний раз, когда и Шервани, и другие выступали, как все, уровень такой. Вы первый раз на фестивале. У вас какие впечатления от фестиваля? Мне очень нравится и музыка, и все. Ну вот эта музыка, она же отличается очень от польской. Что-то вы понимаете или нет? Ну, если по местных языках я ничего не понимаю. Песня имеет такое свойство, даже без слов ее понимают. Удается вам это? Ну, немножко, да. Хорошо, а вот, Ивона, вы второй раз, и я чувствую, русский язык знаете лучше. А тут еще, вы понимаете, поют, что не по-русски, а по-лацки. Какие-то слова, песни, что-то вы выучили, знаете? По-лацки, барчелла выучили. Еще кое-что, но так не помним сейчас. Ну, лацки очень интересные. Если была бы возможность, я бы хотела выучить. Очень, очень хорошо звучат песни на лакском. Это вот. Сейчас тоже на лакском поет? Да, сейчас лакском. Да, да. Нас так хорошо приняли. Все тут угощают, приглашают к себе. Это и тут, и в районе, как мы чуть-чуть посмотрели этот район. Тоже народ очень гостеприимный. Скажите, а есть что-то общее между поляками и дагестанцами? Что-то общее? Музыку любят, общаться. Ну, конечно, тут народ более общительный, чем у нас. А вам как кажется, Себастьян, что есть общее между поляками и дагестанцами? Ну, мне кажется, что так любят пространство, так свободу, чтобы так. А мы вновь возвращаемся к конкурсной программе фестиваля «Сунудак-2007». Участникам, организаторам, гостям фестиваля лакской песни «Шунудак-2007». Дорогие друзья, Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
сердечно приветствует участников, организаторов и гостей фестиваля «Лакской песни Шунудак-2007». Выражаем уверенность, что фестиваль станет настоящим праздником музыки, откроет новые имена одаренных исполнителей, подарит яркие впечатления. Министр культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации Соколов Александр Сергеевич. Амирова Мариам Чеми. Абдуллаева Жамиля, поспроси. Thank you.
Самира Байарчиева. Гургаева Заира. Сусала краще левело. Давай.